Друзья, всем привет! И с вами снова Александр Гринвуд и Татьяна Дунчак, специально для канала Dance With Me. И сегодня мы разберем must-have действия под названием раскрытие. Сразу в двух вариантах. Первый вариант будет учебный, а второй вариант основан на тех элементах, которые мы выучили в предыдущих видео. Если вы еще не смотрели, вот вам ссылочка. Партия партнеров. Раскрытие. Основной шаг. Раз, два, три, четыре. На раз двигаемся слева от партнерши. На два разворачиваем партнершу, встаем на правую ножку. На три раскрываемся вперед, оставляя замок на месте. Четыре стоим. На раз разворачиваемся на 90 градусов. На два подтягиваем левую ногу к себе. На три, четыре базовое окончание. Три, четыре. Итак, женская партия. Делаем подготовительный основной шаг. Раз, два, три, четыре. Шаг с правой ноги вперед. Раз. Разворот на правой ноге на 180 градусов. Два. Встали на левую ногу. Дальше. Делаем отшаг правой ногой назад. И одновременно с этим раскрываемся корпусом на 90 градусов вправо. Три, четыре. Далее на счет раз. Переносим вес в левую ногу и разворачиваемся к партнеру. Раз, два. Подтягиваем правую ногу к левой. И шагаем с правой ноги назад. Базовое окончание. Три, четыре. А теперь подробнее о конечной позиции раскрытия. Вес партнерши находится на 95% на правой ноге. Левая нога в стороне, на высоком полупальце, и там находятся остальные 5%. Корпус партнерши разворачивается диагонально от партнера. Ровно настолько, насколько можем повернуться, оставляя кисть вместе с партнером. Замок не поворачивается. Правая рука партнерши выходит перед собой наверх и раскрывается назад. Ключевое – помнить, что у нас есть две линии в корпусе. Линия правой ноги наверх и линия левой ноги диагональ. Ваша задача – собрать центр и держать эти линии. Если ваше правое бедро курит в сторонке, быстро его собираем. Никто ничего не видел. Стоим красиво, смотрим прямо перед собой. Любимая ошибка партнерши – подглядывать здесь на партнера. Как он там, жив ли, не сбежал ли? Поверьте, девушки, он никуда не сбежал, смотреть можно прямо перед собой. А теперь выучим более сложный вариант. Мы уходим в раскрытие классическим образом. Шаг вперед, раз, разворот, вес на левую ногу, два, и выходим в классическую позицию раскрытия, три, четыре. Дальше у партнерши будет поворот. Мы переносим вес в левую ногу. Правую приставляем очень близко к левой ноге на полупалец. И дальше делаем еще один супер короткий шаг на левую ногу и оказываемся в контакте с корпусом партнера. А дальше мы делаем ту же самую поддержку, которую уже учили из позиции под крыло. Прилегли на партнера. Он прекрасный шезлонг. Выходим отсюда. Поднялись на счета. Раз, два, три, четыре. Базовое окончание. И классический выход. Раз, два, три, четыре. Более сложный вариант выхода из раскрытия – партия партнера. Основной шаг. Раз, два, три, четыре. Заходим в раскрытие, идем слева от партнерши. Раз, два, разворачиваем партнершу. На три, четыре, разворачиваемся строго прямо. На раз, два, встаем на правую ножку, подтягиваем партнершу, закручиваем к своей правой стороне и кладем партнершу влево. Три, четыре. На раз, два, ставим партнершу на свои ноги. На три, четыре, базовое окончание назад. Три, четыре. На раз, два, ставим левую руку. От себя разворачиваем партнершу. Два, базовое окончание. Три, четыре. Thank you.
Ну что ж, друзья, сегодня мы с вами разобрали одну из самых основных фигур хасла. Вы ее будете танцевать с самого начала вашего танцевального пути до самого топового уровня. Надеюсь, у вас все получилось. Ну а если по видео вам заниматься сложно и что-то не получается, ничего страшного, мы ждем вас на наших занятиях, открытых уроках каждую неделю в школе танцев «Динамика». Приходите, записывайтесь, и мы с Александром или наши коллеги будем рады вам помочь. Для вашего удобства ссылочка под видео в описании.